Я очень люблю еду, еда любит меня, у нас взаимные чувства, и я смотрю разные каналы, где готовят блюда разные, не шедевры из обычных, простых, доступных ингредиентов. Что-то новое для себя я открываю. Вот. И тут наткнулась, по всей видимости, по интересам у меня там всплыло, наткнулась на канал, где готовят блюда турецкой кухни. В общем, даже что-то интересное я себе заскринила, думаю, может, когда-нибудь приготовлю. Ну, чудо может случиться. Вот. И я увидела, и два блюда меня немножко удивили. Одно – это мерджемяк кёфтасы, это чечевичные котлетки такие. Вообще, я видела это в Турции, я всегда думала, что это полуфабрикат из мяса какой-то, что это покупают, и потом приходят домой и жарят, варят, парят его. А оказывается, это просто чечевица, ее замочили, сварили, там что-то вот так вот почмякали ручкой, вот положили на тарелочку, потом в лист салата, и они едят это. Ну, наверное, вкусно. Вот. А второе блюдо – это... цветки мальвы, мальва, растение. Вот этот цветок, юбочка, дюймовочки. Они берут этот цветочек, вырезают тычинку, кладут туда фаршик, заворачивают, и вот этой свернутой частью кладут в такую широкую кастрюлю и тушат это, едят и говорят, что это вкусно. Кабак чечей. Честно, я думала, что это пранк какой-то. И я у Хакана спрашиваю, я говорю, как это блюдо вообще называется? Что это такое? Я говорю, это что, вкусно? Он такой говорит, типа, первый раз вижу, не знаю вообще. А Иса такой говорит, нас покажи. Такой смотрел, говорит, как будто животный, цветы, трава кушает. Я говорю, а мы тоже траву едим? Он говорит, мы трава не кушаем, мы зелень кушаем, а не трава кушаем. Посмотри, animal planet, гейвандлар как будто, честное слово. Я знаю, как это называется. Я говорю, как? Он говорит, это еда для Барби.